Сейчас. Я нахожусь около Вайтсдаугава. Пиздец. Я нахожусь в Вайтсдаугава. Блять, пиздец, ничего нет. Вокруг этого замка, который раньше был, в общем, есть ров, вот как видите, вот, он был, ну как бы, вокруг замка. Короче, меня снимает тут один оператор, немного мне смех вызывает, но это нормально, немного волнуюсь, тоже нормально, ну такой вот видеоблог. Короче, это Вайтсдаугава. На этой горе раньше был замок. Ладно, пошлите дальше, короче. Которого уже больше нет. Разнесло. Короче, тема такая. Если вы сюда приедете, в Вайтсдаугава, вот там вот впереди щит. Да? Короче, идете на этот щит и читаете внимательно, что там написано на латышском языке. Латвиш Увалда. Пошлите дальше. Давай, вперед. Так, продолжаем дальше. Скоро мы узнаем на той горе, как называется замок, в общем. И на том щите, короче. Он написан, называется он там. Работать всю ночь надо, до утра, блин. Давай. Я просто маленький словарозапас. Я уже все объяснил. Буду дальше объяснять в этом видеоблоге. Ну мы, короче, вот здесь когда-то стоял этот замок, блин. Его нету. В нем был вырыт, вокруг него был водяной ров. Вот ров, как видите, вот там ров. Это был водяной вырыт вокруг этого замка. Ну, название замка мы не знаем, потому что этот замок, как видите, он вдалеке там стоит, этот щит. И в этом щите все указано, все написано. Что здесь было, когда здесь было. Вот на этих, в этих полях тут, как тут развивалась эта река. Вот с Даугава там, Даугава, блин. С Даугава, короче, все. Как видите, грунтовая дорога везет к этому щиту. Надо рассказать про это вот. Ну давай рассказывай. О. Ближе штуку подойдет. Ну давай. Ну читай, блядь, слух и говори. Все, тишина. Давай, читай. Вайтсдаугава. Место первого рижского замка, главная судоходная линия и важное убежище природных ценностей столицы. До конца 16 века теперешний проток Даугава, Вайтсдаугава, заглохло я. С тростниками равнина воды перед твоими глазами была единственным устьем реки Даугавы в море, через которое интенсивно. Да пошло все в жопу, блядь. Я думаю, это будет такой короткий видеоблог. Много, как вы видите, не говорю в этом видеоблоге. Поэтому пишите свои комментарии. Тут, как видите, солнце светит, и когда на мыльницу снимаю, этот лазер показывается постоянно. Вот. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!